Буэнос диэс, мис керидос амигос. Я Дзенарасев, но зря это ваши экраны. Это значит, что мы дальше продолжаем шляться по пустоши Мохаве. Это Fallout New Vegas, поэтому сажайте-ка вы жопы поудобнее. Ништячки в зубы и пскакали. Так, давайте для начала глянем, что у нас там по... Так, бумеранг. Воссоединение. Добрый путь, Сьерра Мадре, солнечные блики, блять. Давайте смотреть, куда мы сейчас ломанемся. Так, открытие Сьерра Мадре — это Dead Money, нам не вариант. Мы слишком мелкие для такой хуйни. Экспедиция «Добрый путь», возможно. Воссоединение, ну, блять. Как один из вариантов, кино «После полуночи» тоже возможно. По сюжетке пока двигаться не будем. Бумеранг. Может, конечно, бумеранг попробовать побегать. Так. Ёб твою мать, как далеко топать. Вот, наверное, сегодня и двинем сюда. Поэтому fast travel в Good Springs. That ought to keep things. Школу надо опять засунуть нос. Здорово. Да, в принципе, хули бы я от тебя еще услышал. Бля, куда я пришел? Куда я пошел, вернее. Ебловое поблядище. Так. 5179 крышек у Саныча на борту. Так, у нее 140. Надо что-нибудь толкануть. И взамен набрать харчей. Сэмчик. Бир. Майс. Берем. Водовка. Семен Семеныч. Не, пусть так. Блин, забываю, что на X. Ладно, хуй с тобой. ПС. Будешь майонез? Бля. Сука. Ебать ты тупой, дядь, а? Ладно. Так, а теперь а теперь наблюдай сюда, что называется. Так, надо в школу хлебало засунуть, как мы уже говорили. Дом. Дом дока. АЗС. Дом. Туда нам надо. О, ты чё в трусах валяешься? Холодно же, блядь. Ветерок. Эх, рок, говнорок, Фендер, Стратокастер. Спиздил. Я и песни петь любитель, и ебаться мастер. Пошли, как говорится, посмотрим, может там какое-нибудь еще зверье забрело. Бля, ну с пукулками, и в особенности с патронами, после той бойни с когтями смерти, у меня ну очень большие проблемы. Надо что-то с этим изобретать. Благо, патроны нихуя не весят. Дай-ка лучше возьму какой-нибудь холодняк. Ебать. Освободитель. Так, здесь пусто. Спиздил. Не знаю, правда, нахуя оно мне?
сука! Я его в тот раз угандошил. Блять. О, открылся. Лут. Лут. Так, в шкафах нихуя, окей. Так, здесь тоже целый хуй. Опа. Не опа. Опа. Не опа. Так, а чистящее средство мне нахуя может понадобиться только в крафтах? Заколочки. Так, сральный порошок мне не нужен. Я и без него сру неплохо. В особенности с кирпичами. Так, так, так. Блять, как громко. Так, это на выход. Ебучие пироги. Так. О! В смысле? Я что, бухал, что ли? Ёбаный ты нахуй. Так, ладно. Вот, кстати, пузырь засадить лишним явно не будет. Так, теперь давайте посмотрим на карту мыра. Так, то есть до блокпоста Фокстрот чесать строго на север. Хуй его знает сколько. Может быть, мы въебем на это весь хронометраж. Ну, во-первых, я не хочу торопиться, я хочу по максимуму вычесать побочки. А во-вторых, ну, блять. Я не хочу сильно затягивать хронометраж, но, может быть, хочу выпускать больше роликов. Потому что когда-то давно я где-то, не помню, честно говоря, где я это писал, может, даже говорил в каком-то из роликов, говорил, что такие вот игры, которые имеют логический конец, то есть которым можно пройти, я буду фигачить под запись. О, еще одна. Что-то бесконечное, то есть то, что логического конца может и имеет, но в принципе есть фриплей, в котором нихуя не скучнее, чем в основной, так скажем, сюжетной ветке. Тот же Майнкрафт, например. ETS какая-нибудь, Warframe, там еще что-нибудь онлайновое, какое-нибудь дрочильни, я не знаю, что там выйдет. Это можно вполне себе православненько хуячить на стримы. И все бы ничего. Но пока, как говорится, мы вот в таком статусе, я просто не буду заморачиваться и со стримами пока подожду, что называется. Так, там, по-моему, какая-то тварь орала наверху. Главное, чтобы у нас тут сейчас ебловое поблядище не... Опа, ты кто такой? И нихуя вы. Ой-ой-ой-ой. Это как? Это баг. Не, с кассадурами надо как-то по-другому бороться. Так, ладно. Смотрим на огнестрелы. Если только вот так отстреливать уродов. Надеюсь, патронов для этой штуки у меня больше, чем для чего бы то ни было. Но мне жизненно необходимо набить еще два уровня, чтобы выбить перк очумелые ручки. И, во-первых, так будет больше крышек. Потому что тогда смотрю, смотрю, я смогу ремонтировать пуколки аналогичными. Да и броньку, собственно, тоже. А то хули я как хули. Ладно, не суть. Так вот. Перед бойней с кассадорами, о чем мы говорили? Ах, да. Насчет стримов и тому подобного, планов, так скажем, на жизнь.
Ну, значит, смотри сюда. Как я уже говорил, подведу саммари. То, что можно пройти, пойдет под запись. То, что нельзя пройти, ну, не имеет логического конца, потому что я могу, как говорится, в том же World of Warcraft, хотя я в него не играю, условно, прочистить все нычки, там, не знаю, пройти все рейды хотя бы по одному разу и все такое, ну, нахуй это надо. А как-то выжимать из себя вот это вот не в кайф, так скажем. Вот все в уши ебать себя, смотреть вот на то уж, как я страдаю прям совсем люто, ну, хуй его знает. Может, кому-то и понравится. Поэтому пока оставим это в статусе концерта по заявкам. То есть, если комменты начнутся, что типа, чувак, стримани то-то, то-то. Без Б. Ну, параллельно какие-то технические ролики. Допустим, тот же Stable Diffusion. Я что-то давно не делал. Так. Ой. Ой. Получился ой. Ладно, еще разок, только теперь я буду умнее и сохранюсь наконец-то. Так. Попробовать их с дробовичка ёбнуть. Кал-22. А, он всего лишь две этих самых имеет. Я так чувствую, мы сейчас опять половину серии просто прострадаем, в итоге проебемся в никуда. Но это же не интересно смотреть, правильно? Поэтому попиздюхали далее. Как я уже говорил, я не гоняюсь за там просмотрами, трендами и всем остальным. Как говорится, Санычу похуй нахуй. Я это делаю для души. Если из этого получится что-то годное, охуенно. Но не получится, ну, блять. Будет что вспомнить, хули делать. А хули бы, как говорится, и не хули. Потому что, опять-таки, к вопросу про ебать себя в уши. Я, может быть, и мог бы проходить там, как говорится, новые веяния какие-то туда-сюда. Но, во-первых, я, как говорится, тоже живу человек, мне тоже надо на что-то хавать, поэтому я отдаю большинство времени работе. Тем более, работу я не так давно сменил. Во-вторых, ну, если я буду проходить то, что мне не нравится, то смысл мне вот это вот через «не могу», через «давай еще чуть-чуть», типа «давай там туда-сюда». Да в хуй оно мне не упало, господа. Был, как говорится, печальный опыт. Поэтому я не ныну нахуй. Поэтому так, проходим то, что мне нравится. Ну, если мне нравится то, что мне предлагают пройти. Говно маневр, ща все будет. Ну, может быть, не ща, потому что о моей словоупочности, я думаю, вы прекрасно знаете. Те, кто со мной уже достаточно давно. Ах ты падаль. О, опять ты. Yep. Так. Проблема.
Зарылся, бедняга. Надеюсь, там не Легион. Или не еще партия кассадоров. Так, а вот эту бедолагу кассадору, походу, заели. А вот он, кстати. Блять, я мажу. Это что, еще одно противоядие юзать? Вот пидорас, а? Ух, неспроста тут эта тушка лежит. Хм, или все-таки спроста? Так. Давайте попробуем этим путем проскочить. Вдруг что-нибудь годное получится. Вон там кассадоры, правда, летают. Мне это нихуище не нравится. Так, а это что за поселение? Там летают кассадоры. Это большая проблема. Так, похоже, этот гад меня все-таки засек. Там сколько? Нет, дай-ка на всякий случай сохранюсь, ну его нахуй. Я просто ебал бы топать дальше. Осторожно. Ах вы, пидорги. Так, один отлетел. Так, проблема. Супер Steam. И на всякий случай сделаем вот так. Где ты летаешь, блин? Ах ты пес. Яд кассадора. Забыл, что хотел. Ёбнусь я хотел. Да сука! И ты сюда, пёс. Так, ну кассадоров я набил немало, как я погляжу. Ах ты ж ёбаный ты нахуй, вот это вожгло. Так, дай-ка посмотрю на всякий случай эффекты. Яд все-таки присутствует, сука. Так, на... Ага. Сука! Это что, мне по противоядию нарыло? Да вы угораете, что ли? Псы мохнатые. Так, ну шмотки мне ваши как бы в хуй не впились.
Так, тут одни корпуса, по-моему. Чёрт! Чёрт! О. Ну, допустим, я знаю, что бегать не могу. Теперь могу. О, ворона. Опс. Так. Крам. Я очень ожидал увидеть там спам. Пара стимпаков. Это хорошо. Тостер? Нахуй мне мог понадобиться? Интересно, если выстрелить в этот баллончик, въебет? Вроде как даже въебало. О! Так, а дай-ка я посмотрю насчет брони. Нахуй это говно. Слегка приболел, за что, как говорится, имею, прошу прощения. Но тем не менее. Да было бы тут кам у меня видеть, ёбаные ваши рты. Ну, по крайней мере, тут можно попытаться отоспаться. At least. Так. Спим. Надеюсь, никакая, блядь, нас не разбудит. Так, теперь на карту. Фокстрот находится где-то в ебенищах, строго на севере. Ну что же, попробуем ломануться через здесь. Надеюсь, сейчас меня никто не попытается захавать, вроде тех же косадоров. Что-то они меня не взлюбили, блядь. Почему-то напоминает ситуацию, когда я какую-то из серии Борды с похмелюги записывал. Вот примерно такие же ощущения, только с тем расчетом, что я не в пример бодрее, чем тогда. Тогда мне было вообще знатно хуево. Пиздил. Бля, чё ты? Я так чую, что мы тут нихуя не одиноки. О, привет. Оп, ебать, привет. Где нахуй? Ч
Чё-то я этим ребятам не понравился. В мясо, нахуй. Да идите вы к хую, а? Вроде все разве. Ёпс. Ёпс. О, мясцо. Это мы любим. Это ясен хуй, это заебись. Яечко. Так, а что, тушка в воду съебалась? Не понял. Где тушка-то этого взрослого толсторога? Я что-то хуй пойму. Я ж ему гычу снес. Только не говорите мне, что тушка съебалась. А, вон еще один смарика. В мясо нахуй. Оп, мясцо. Отъехал. Блять, меня трепанули, слушайте. Так, там еще, кажется, один жук-павук. Гнездилище у них там, что ли? Пиздил. Я ж закашлялся от такого поворота событий. Этот уже не сможет подскочить кабанчиком. Так, блять. Вычистить-то все это добрище мы, разумеется, вычистили. Но есть одна проблема. У нас всего 35 патронов. Если мы попадем в еще один веселый замес, пизда нам просто гарантирована. О, еще один рогатый. Ёпц, нахуй. Ой, фу, кровище забрызгал, вот урод. Извини, чувак, но мне нужно мясо. Я вот что-то хуй понял. А, вон там еще толстороги, бро, что-то нихуя не добрые, замечу. Так я вначале тут покопаюсь. Так, надо что-нибудь съесть. Хуйлык. Надеюсь, здесь ничего не фонит, чтобы мне лишний раз в радике не вляпаться. Да тут было бы чего обыскивать-то, ёбаный насрал. Я-то, урод, наоборот, выворачивал и об жопу вытирал, честно. Тачка был, тачка ноет. А чё так меток-то дохуя на карте? В общем, надо не расстреливать коров, а идти куда-то на север. Так, ебальник снес. Ебальник снес.
Малыш, ты-то куда? Место. О. Еще место. Еще место. Ой, блядь. Я ж перегрузился. Нормально, я так себе места настрелял. Так, дай-ка на всякий случай сейванусь. Ну, а тут как раз и время завязывать подошло, нихуя себе. Вот это тайминг. Ну что ж, спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Лукас, пиписька. И до свидания. Адьос, братва. Увидимся в следующей серии.